Время с горки пришло. Значит, нужно затариться этими штуками, потому что они ломаются только в путь. На этой штуке у меня осталось только две штуки. И значит, шумку, если клеить, не надо ее клеить. Вот что получается, когда потом, если приходится ее оттирать. Особенно на ровных поверхностях. Вон что получается, она вообще не отдирается, просто руками, если только обезжиривателем. А отдирать пришлось из-за того, что здесь идет ремень, шумка толстая, 2,5 сантиметра. Здесь идет ремень, вот здесь проходит ремень, и он медленно заходил, я ее, когда карту поставил, он еле-еле заходил, пришлось отдирать. А если со всей карты сдирать, то будет вот ого-го. И вид у него будет нехороший. А здесь, на этой карте, я ее уже поставил. Здесь я не клеил, а просто вырезал по карте. Сделал отверстие под эти штуки все. И сейчас, когда устанавливал, эту проблему с ремнем заметил. И просто-напросто здесь обрезал, то обратно поставил туда, она никуда не деваться, хорошо там сидит, ее распирает там, и она никуда не падает. Так что мой совет: шумку не клеить, а просто вырезать и вкладывать под вот этот моделин штатный, туда вложить, она никуда не денется, будет лежать. А теперь, после шумки, можно и на место ставить вторую карту. Как я сказал, уже эти штуки пригодятся. Ломаются только в путь при снятии. И если ставить, и потом снимать, если приходится. Например, вот с ремнем проблем была. Пришлось еще раз снимать карту. Некоторые при установке погнулись. Поэтому надо заменять на новые. Лучше запастись, побольше купить. Но здесь та же самая беда. Приклеил. А здесь, в принципе, можно оставить. Но здесь трения никакого нет. То есть смысла в этом утолщении нет. И лучше снять, чтобы пластик не перегибался. Потому что толщение есть, то есть пластик будет постоянно отогнут. И форму уже изменит сюда, то есть уже не будет плотно сюда прилегать, поэтому лучше здесь вот этот край без на расстоянии сделать, чтобы вот до сюда была шумка. Поэтому приходится отдирать, и то же самое остается вот эта вся фигня. Это можно убрать, но обезжиривателем, то есть это на это время придется потратить. А с этой стороны я просто срезал этот край и карту повесил. Все хорошо, здесь ничего не отходит. Все хорошо. Так, сначала сюда. Так, это... Думаю, эту штуку вот туда. Так, все, наживил. Та же фигня. Вот здесь тоже уже приклеил все. А тут, оказывается, дыра-то. Чтобы просовывать сидушку. Так, в итоге вот я, значит, вырезал вот эту дыру.
Все, я ее наживил. Не нужно хлопать. Вот так вот. Она если не попала, то я просто переломит эту синюю фигню. Нужно попасть. Сначала нужно попасть. Отверстие или нет. Потом уже нужно продать две штуки. Три штуки. Ой, сначала посмотрите на то, потом уже знаю прижимать. Попали. Щелчок был. Здесь вот надо тоже принаживить и просунуть. Так, и эти две еще остались. Фу, это задвинул. И туда толкнул. Вот так. Второй рукой. Задвинул. И она дальше легче уходит. Пошла. Обе зашли. Походу не села, какая дырень, щель. Вон зазор там не до конца, он должен плотно быть. Чтобы крайнюю встать, пришлось это отстегнуть верхнюю, все, три штуки. Одна из них там осталась. Так, на место поставил. Сначала, значит, вот эту поставлю, а потом эти вставлю. Когда она туда попадет, соскрипит. Все, наживил. Сюда, сейчас это полностью прилегает. Эти тоже зашли. Потому что сидит все. Сидит здесь, тоже сидит, не отходит. Туго лучше не затягивать. Болтики слабые. На той карте туго затягивал. Болтик сломался, пришлось карту снимать и вытаскивать из зажима. Поэтому болтик надо вот докупить один, вот сюда. Здесь, значит, одного не хватает. Так, эти на месте все. Да, они бывают уже улетают на месте. Насчет ремня все нормально. А при шумке он еле шел до сюда, а вот спускался. Сейчас все окей. Так, это что? Это отсюда. Сейчас спустится. Да, в общем, эту штуку лучше ставить на снятой карте или вообще не снимать. Она, в принципе, ведь с карты снимается. Все, в итоге запихну вот так вот. И так, блядь. Все, карты готовы, задние. Так, большой, левый. Ставить эту фигню, значит, надо сюда. Оу. Так, ну так-то можно подогнуть и вставить. Так, уже попробуем вставлять. В общем, пришлось вот так приподнять и туда заталкивать. Легко. Нужно до конца там за щелком прям. В принципе, если не ходит верхний, значит защелкнул стакан. Судя по всему, это ставится вот так. Так, а это вот ставится вот уже сверху. И потом, значит, пайкой прикручивается. Теперь вот эта фигнюшка. Сейчас ее надо вот сюда инска. Так.
Так, и одна. Ну тут. Подогнуть придется вверх. Вот так вот. Засунуть. Стоимя вот так вот ее. Так вот. Оба навалился. Ну вообще в идеале надо, конечно, наверное, эту не закручивать. Их соединить. Эту под углом вставить так вот. Ну хотя нормально так. И так стреляться. Просто на этот угол сильно давить. Стоящим положить. Захлопнулась. Вот так, все идеально. Сидушка осталась. Эту фигню достал. Вот это нормальная. Вообще ничего не сломано. Вставляем. Ну вот это. Тут одна есть как раз эта сторона. Все надо ставить. Так, крепление. Крюки. Крюк этот сюда. То есть нужно ее максимально далеко туда утолкать. И на крюк посадить. Так, в общем, надо туда по максимуму запихать. И застегнуть за подарок. Вон он, крюк этот. Это нужно за крюк туда сделать. Вставлять за крюк, кстати, легче всего. Зашел. Вот и все. Готово. Эта красота готова. Нет, еще не вошла. Опа. Все. Ну вот, зад готов. Black.